компания Volvo представила свой первый серийный электромобиль с длинным названием XC40 P8 Recharge. И все эти знаки имеют смысл. Очевидно, что модель построена на базе уже известного компактного кроссовера XC40. Новым для Volvo словом Recharge отныне обозначат все подключаемые к розетке машины. Буква P в индексе P8, видимо, признак электромобиля. К слову, шведы обещают выпускать новые электрички ежегодно. А цифра 8 указывает на высокую мощность, ее действительно много. Пара электромоторов выдает 408 лошадиных сил. Сакральный смысл тут в том, что это ровно 300 кВт. Ровно столько же у батарейных Audi e-tron и Mercedes EQC. Да и Jaguar I-Pace близок по отдаче. Тяговая батарея спрятана в полу и интегрирована в силовую структуру кузова, ведь модульная платформа CMA предполагала электрификацию изначально. Зарядка до 80% постоянным током мощностью 150 кВт занимает 40 минут. Точный запас хода пока не назван, но зато динамические характеристики хороши. Разгон до сотни лишь чуть медленнее Ягуара и на секунду быстрее, чем у более крупных Audi и Mercedes. Максимальная скорость ограничена электроникой. Дизайн по сравнению с обычным XC40 изменился мало. А главное отличие — это цифровая приборная панель с оригинальной графикой и медиасистема на операционной системе Android со встроенными сервисами Volvo On Call. Софт для нее обновляется по воздуху. У европейских дилеров электромобиль появится в начале 2020 года. Volvo обещает дарить год бесплатного электричества всем подключаемым к розетке моделям семейства Recharge.